Ко дню защиты детей в магазине «Зета» также прошла акция. Маленьким покупателям дарили подарки и развлекали аниматоры. Отметим, что в Актобе действуют 4 торговых заведения под этим названием. Все они полюбились горожанам качественным товаром, большим ассортиментом и доступными ценами. В магазине «Зета» маленьких покупателей встречали аниматоры и дарили подарки. Эту акцию компания провела к празднику «День защиты детей». Маленьких посетителей было немало, ведь многим родителям известен магазин. Он полюбился своим большим ассортиментом качественных товаров для дома и офиса. Мы с семьей тут постоянные клиенты магазина «Зета». Тут как раз на праздник, на 1 июня, хотели закупиться, пришли, а тут сюрприз с аниматором. Еще вот стенды. Хоть у меня ребенок маленький, они нас радуют. Еще мы тут постоянные клиенты. Здесь все мебели, все, что нужно для дома. Очень доступная цена и качество очень мощное. Магазин известен не только большим выбором товаров, но также собственным производством. Более 25 лет компания занимается производством стульев и кресел, корпусной, мягкой мебели, а также мебели и оборудования для школьных и специализированных учреждений, салонов красоты, мебели для гостиничного и ресторанного бизнеса, кресел для конференц-залов и кинотеатров. Благодаря гибкой и открытой системе ценообразования, а также оптимальным ценам на покупку сырья для производства изделий, цены на товары производства «Зета» самые низкие. Также компания контролирует поддержание минимальных наценок на привозную продукцию, несмотря на транспортировочные расходы, таможенные услуги при доставке товара из стран СНГ и Европы. Ассортимент у нас широкий. Вы можете найти у нас мебель как для дома, так и для офиса. Также товары для дома, посуду, текстиль и изделия из пластика. Производители товара – это Россия, Узбекистан, Турция, Иран, Китай – и также местное производство. В данный момент у нас новое поступление летнего сезонного товара для дачи, для сада, для веранды, для кафе летних. Приходите к нам в Z, мы вас ждем. Во всех 4 магазинах «Зета» большой ассортимент. Приобрести нужный товар можно по удобному для себя адресу. Так, магазин «Зета» в 12-м микрорайоне впечатляет своими масштабами. Здесь не останется равнодушной и не уйдет без покупки ни одна хозяйка. В ассортименте кухни, мягкая мебель, кровати, шкафы, диваны, кресла, лавки, банкетки, подставки для обуви, вешалки, стулья, табуреты, мебель для медицинских и учебных кабинетов, салонов красоты, пластиковые изделия различного назначения, посуда, текстиль и много. Многое другое. 3 этажа самого необходимого, а опытные консультанты помогут с выбором. Я тут постоянный покупатель, и мне здесь очень-очень нравится. Здесь 4 точки магазина, удобно в любом магазине, красиво, очень доступные цены, низкие. Здесь очень много товаров, так и для дома, так и для офиса. Например, есть диваны, раскладные диваны, например, мне очень нравятся. Есть комоды от IKEA производителей, а также есть для дома и для ванной комнаты, и для кухни, мелочевка, для уборки также есть товары, а также есть еще игрушки для детей. Самое главное, можете прийти в один магазин и накупиться всеми необходимыми товарами для дома. Вот. И что еще главное, здесь самые низкие цены по городу. Вот. Также иногда покупаем на Каспи Ред, например. Вот, мне очень-очень нравится. И здесь магазин просторный, уютный и классный сервис. Готовую продукцию в наличии со склада или магазина доставят в течение 3 дней с момента покупки. Для удобств покупателей есть Каспи Ред и рассрочка от Народного банка. Магазин «Зета» для каждого дома. Товары для создания уюта и порядка в доме и в офисе. График работы ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера. Магазины «Зета» расположены по следующим адресам. 12-й микрорайон, улица Маметова, 16Г. Улица Газизы Жубанова, 39. Проспект Санкибай-Батыра, 101А. Улица Валиханова, 9, торговый дом «Аку». Зарина Утбанова, Азамат Сауханов, телеканал «Актобе».